ананас Турции Out of Africa высевают сразу в открытый грунт в начале мая. Места выбирают солнечные или полузатененные. Рассаду настурции Out of Africa высаживают на расстоянии 30 см друг от друга. Растение быстро идет в рост. В июне появляются первые цветы. Период цветения длится почти до конца осени. Цветы окрашены в яркие цвета – красный, лимонный, желтый, оранжевый. Высота взрослого растения из семян настурции Out of Africa достигает 2 метров. Растение помогает в вертикальном озеленении участка. Также его можно использовать в качестве почвопокровного. Настурция большая Out of Africa – это травянистые высотой 200 см, диаметром 5 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка – смесь окрасок. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.